Жители Самары окунулись в творческую атмосферу. Областная столица приняла участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Вечернюю программу подготовили сразу несколько площадок. Музей Ильдара Рязанова открыл свои двери для всех желающих. Посетители смогли увидеть коммунальную квартиру первой половины 20 века. Сотрудники рассказали, что тщательно готовились к этой интерактивной экскурсии, общались с бывшими жильцами. Частично восстановили первые планы, послереволюционные планы. Мы изучали много архивных материалов про вообще коммунальные устройства коммунальных квартир в нашем городе, поэтому вот мы решили с такой точки зрения рассказать про наш музей. Библиотека номер 8 провела лекцию «Самарские мотивы» в произведениях Ильфа и Петрова. Обсудили биографию двух писателей и роль Самары в их совместном творчестве. Аудитория всегда приходит на такие мероприятия, мне очень нравится, которые это интересно, которые подготовлены, они прочитали как раз, или смотрели, или прочитали роман «12 стульев», поэтому все прошло очень быстро, интересно и, главное, для них полезно. И что-то новое они для себя почерпнули. В тот же вечер в библиотеке состоялось открытие выставки заслуженного художника России Вячеслава Герасимова «На языке осени». Гостям вернисажа были представлены пейзажи. Очень интересная картина, есть о чем подумать, может даже о чем-то, какую-то в дискуссию вступить с лектором. Интересно, вызывает эмоции, самое главное. Всероссийская акция «Ночь искусств» проходит ежегодно. Событие приурочено ко Дню народного единства. В этом году все мероприятия проходили под девизом «Россия объединяет». Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.